подарок городу, наверное, и самому себе. Выставка называется «Близко». Это действительно то, что близко, то, что я люблю, это моя родина. И поэтому, когда появилось предложение сделать фотовыставку ко дню журналистов, сегодня, 6 как раз, мне показалось, очень будет кстати выставка о Харьковщине. Мы все ездим, все смотрим, а я все-таки собираю уже на протяжении нескольких лет вот мои такие душевные картинки, как я их называю. И вот здесь на выставке представлено более 50 фотографий. Здесь почти все районы Харьковской области. Здесь разные времена года, здесь зима и лето, осень и весна. Различное состояние. Это раннее утро, поздний вечер. То, как я воспринимаю родину. Поскольку я постоянно в этом процессе, то здесь есть фотографии, которые сняты совсем недавно. Буквально тут недели 2-3 назад. А есть фотографии, которым 6-8 лет. Эта коллекция, она формировалась все-таки на протяжении времени. Конечно, чудес нет. Нельзя сказать, что вот я хочу снять для выставки, поехал и за 1-2 дня снял. Такого не бывает. Поэтому, если я уезжаю куда-то на несколько дней или на неделю, вот я ищу состояние, ищу вот то какое-то духовное равновесие, которое позволяет мне заглянуть куда-то в какие-то потаенные уголки природы. И вот с работы здесь, ну, пожалуй, за лет 8-10 собрались вот в такую коллекцию. Конечно, это не вся моя коллекция, но вот та часть, которую я представил, это приблизительно 8-9 лет. Я хотел передать совершенство природы, и как бы мы ни относились, как бы люди не ухитрялись уничтожать ее, она все-таки воспроизводит сама себя.